Приветствую вас в лектории «Исторические субботы». Разрешите представить нашего лектора сегодняшнего. Да? Ничего не слышно. Ну, тогда без микрофона. Если и так же будет слышно, то будет плохо. Нет, у вас слышно нормально. Меня слышно? Так, значит, представляю нашего лектора, Лисовой Николай Николаевич, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории. Добрый день, дорогие друзья. В кои-то веки мы опять с вами встречаемся. Если кто-то со мной встречался раньше. Не слышно. Понимаете, в чем дело? Здесь устроено, как все принято у нас. Чтобы слышал вот этот вот аппарат, а чтобы вы не слышали. Поэтому тут я ничего не могу помочь. Я бы, например, вообще отказался бы от этого аппарата, вышел бы к вам поближе, попросил бы вас сесть поближе, и мы бы нормально по-русски поговорили. Но тут от меня не зависит, это формат. Я должен говорить вот сюда, не обращая внимания на то, слышите вы или не слышите. Поэтому старайтесь услышать. Сейчас слышите? Но я буду стараться как-то кричать погромче. Да. Мы сегодня должны с вами поговорить о патриаршестве. Историческая, так сказать, как бы дата, к которой мы привязываемся, как теперь говорят, информационный повод. Это установление патриаршества в Русской Церкви в 1589 году. Но вот прежде чем поговорить об этом, как и почему, и чем это установлено было, мы должны сначала немножко выяснить, что такое вообще патриарх. Поэтому лекция так и называется «Патриарх в Царстве и в Церкви». Сразу объясняю, почему сначала в царстве, а потом в церкви. Ну, давайте вспомним, что вообще-то говоря, епископ, мы знаем, что такое епископ. Епископ или вообще архиерей – это как бы начальник над иереями. Вот иерей – по-русски священник – это калька, а над ними архиерей. Те, которые, если все, над всеми епископами некий начальник или над некими епископами одного какого-то округа, какой-то области одной, то он будет архиепископ, начальник над епископами. Епископ, и значит, соответственно, и архиепископ, в этом смысле, это вполне каноничное и вполне понятное, даже с точки зрения терминологии новозаветной, вполне понятно. Потому что слово «епископ» употребляется и апостолом Павлом, и в других произведениях Нового Завета. Почему произносят? Потому что епископ вообще тогда первоначально употреблялось в первоначальном этимологическом греческом смысле. Надзиратель, блюститель, тот, который смотрит, наблюдает и хранит. Только постепенно потом будет складываться его каноническая должность и, соответственно, таинственное положение, которое делает его высшим из священных положений. Диакон, священник, епископ. Больше мы не знаем. А вот если мы дальше не знаем, то как получается еще митрополит и патриарх?
Вот епископа я признаю, вот архиепископа тоже мы с вами разберемся и поймем. Митрополит уже в самом названии чисто светское образование. Термин собственно светский. Метрополис по-гречески – это просто главный город области, город-мать, метрополис. И значит, соответственно, тот, который ведает этим городом, вот он и есть митрополит. Собственно говоря, вот уже евангельского и канонического содержания он не имеет, как ни странно. Он является в церкви уже термином как бы почетным. Он уже должен быть кем-то назначен. Потому что выбрать кого-то, вот так собрать демократически и выбрать мэра Москвы, мы не можем. Мэр Москвы должен быть назначен. Точно так же в греческом, в церковном смысле митрополитом, то есть главным церковным начальником главного города, метрополиса, он должен быть назначен. Чувствуете, да? Значит, здесь приходит нечто, кроме церковного положения. Кроме священного рукоположения, еще что-то должно быть. Кто-то должен назначить. А теперь посмотрим патриарх. Патриарх тоже греческое слово. И означает, в общем-то, начальник отцов. Или иногда там в словарях в греческих переводят родоначальник. Опять первоначально, собственно говоря, как должность или как какой-то статус в церкви, он первоначально не использовался и не употреблялся. В Новом Завете он встречается несколько раз. Пару раз в Деяниях и один раз у апостола Павла. Причем апостол Павел просто называет так праотца Авраама. Скорее, с точки зрения вот нашего современного такого интуитивного употребления термина, когда мы просто говорим в смысле желания наиболее почтенного отношения к какому-то старцу, мы говорим там, скажем, патриарх русской науки. Вот, то есть самый старый, самый мудрый, маститый специалист в своей области. Вот в этом смысле однажды, только один раз, апостол Павел употребил слово «патриарх» не в смысле церковной должности, а в смысле личного отношения своего к праотцу Аврааму. Что будет дальше? Довольно естественно, что именно по той логике, о которой я сказал, просто вот такого вот нашего обычного, в принципе, слова употребления, среди первых христианских епископов и архиепископов и митрополитов почти к любому наиболее почитаемому могло употребляться, в документах иногда употребляется, но именно в этом смысле, термин «патриарх». Просто своего глубоко уважаемого и почитаемого старца-епископа мы можем однажды назвать патриархом. А другие в другой области, в Вологодской епархии, своего епископа или архиепископа, тоже из уважения, могут тоже назвать патриархом. Вот положение 3-4 века.
еще не устаканилось положение, вот то, которое мы знаем, патриархи, митрополиты, архиепископы, епископы, еще не устаканилось. Почему? По очень простой причине. Третий век – это еще время катакомбной церкви. Еще нет официального выхода церкви на поверхность, на арену политическую, социальную. Поэтому не может быть и установленной иерархии со своей терминологией, со своей идеологией и так далее. И только после того, как император Константин провозгласит христианство официальной религией империи, только более того, только после того, как в 325 году, к 20-летию своего царствования, у римских императоров был такой обычай. Каждые 10 лет они отмечали очередную декаду своего царствования каким-нибудь хорошим делом. Вот там в 315 году Константин провозгласил воскресенье выходным днем, именно в память воскресения Христова. И еще кое-какие вещи он там сделал. 325-й он созвал Первый Вселенский собор. В 335-м, к 30-летию, он прикажет произвести освящение только что построенного по его приказу храма Христа, храма гроба Господня в Иерусалиме. Или как тогда называли его, и греки сейчас называют, храм воскресения Христова в Иерусалиме. То есть вот каждый раз. Так вот, к своему 20-летию он собрал Вселенский собор. Что значит Вселенский собор? Вот теперь давайте смотреть. Допустим, мы с вами понимаем, что епископ в своей епархии, Калужской, Вологодской, даже Московской, которой управляет Крутицкий и Коломенский, епископ имеет право созвать местный епархиальный собор. Он имеет на это право, и он будет председательствовать, и он будет утверждать эти решения. Ну, а вот если, скажем, уже митрополичий округ, который включает 5, 6, и 10, и 12 епархий, кто имеет право созвать собор? Соответственно, митрополит. И это будет окружной собор митрополичьего округа. И тогда митрополит имеет право его созвать, имеет право его утверждать, имеет право на нем председательствовать. А вот теперь Вселенский собор. Вот мы хотим собрать всех-всех епископов всей Вселенной. Кто имеет право его собрать, кто будет его утверждать и кто будет на нем председательствовать? Это не епархия, это не архиепископия, это не митрополия. Кто будет? Очевидно, только одно лицо в мире – император. И более того, Вселенский собор – в понимании Римской империи 325 года Вселенский значит всеимперский. Нас не интересует, что происходит в Китае, что происходит в Южной Америке, что происходит в каких-то других, даже сравнительно близких, например, там в Иране. В Иране или в Индии, или в Средней Азии. Там, где нет власти императора. Это не Вселенная. Она еще не населенная. Вот Вселенная – это только то, что входит в границы нашей империи.
от Адрианова вала в Британии и вот до границ Сирии и Палестины, где начинается столкновение уже, которую так и не смогли преодолеть римляне, сопротивление уже иранских, персидских государств. Все. Вот это и есть Вселенная. Кто может собрать всех епископов вот в одном зале из этой империи, из всей нашей империи? Только император. Сразу возникает вопрос, вот в силу чего, чем определяется его эта власть собирать? Ну, во-первых, вы скажете, что, конечно, в силу его административного положения. У него есть, как мы теперь говорим, административный ресурс. Он пошлет везде своих послов, напишет везде свои циркуляры, велит к такому-то числу, к такому-то дню прийти в такой-то час, собраться в музее Ленина бывшем, ну, где-то или в другом каком-то месте. Вот. Он это сделает по чисто административному своему официальному положению императора, глава государства. Но это как глава государства. Если бы мы хотели собрать, ну, просто всех мэров империи, или если мы хотели бы собрать там всех командующих военными округами империи. Это там понятно. Но церкви... Вот чем же определяется власть императора над людьми церкви? И вот тут вот очень интересный момент возникает. Что такое вообще император? Причем возникает этот вопрос именно в связи еще с Константином. Вот Константин первым привнес в историю и в историю церкви массу вопросов, некоторые из которых не разрешены до сих пор. Вот мы так делаем, вот почему-то, а вот почему мы до сих пор иногда не всегда понимаем, почему и на основании чего мы именно так поступаем. А вот теперь смотрите еще. Значит, мэр говорит, управляет Москвой от имени москвичей. Правда ведь? То есть его власть определяется не только, что он назначен вышестоящим начальством, но и тем, что его поддерживает народ. Население города Москвы, например. Правда? Вот точно так же епископ. Епископ не только потому, что вот он сам себя провозгласил епископом, а потому что все верующие этой епархии его считают своим главой, считают. И за богослужением именуют имя его. Вот наши обновленцы в 20-х годах, они как раз на этом играли, что мы перестанем поминать в церкви патриарха, своего епископа, мы сделаем свою новую иерархию. Потому что таинственно вот эта связь епископа, она определяется возглашением в церкви его имени. То есть народ его поддерживает. Народ о нем молится. Народ под его главенством молится. И более того, народ окормляется теми священниками, которых рукоположил этот наш епископ. И более того, помните правило, что если из другой епархии ты явился, то ты ничего не можешь совершить без благословения нашего епископа. Вот точно такая иерархия. И вот теперь смотрите, большая епархия,
самая большая, которая вот от Адрианова вала до Средиземного моря. Одна большая епархия. У нее пока нет главы. Кто у нее глава? Вот у нее глава император. Мы молимся все от Адрианова вала до Средиземного моря, до Египта. Мы молимся о нашем императоре. Причем молимся не только в церковных богослужениях, но и каждое утро, когда вот наше правило молитвенное входит тропарь Христу. Победы насупротивное даруя нашему императору. Мы вот только встаем, поднимаем голову с подушки, и первое, что делаем, молимся за нашего императора и за его победы. Вот как на самом деле устроено все. Это означает, что императору принадлежит и некая харизма благословения. Причем, обратите внимание, ее никто не может ему дать. Все подчинены ему. Только он один от Адрианова вала до Египта главный. Выше него нет. Он ничем не назначен. Он ничем не благословлен. Вот это вот обратите внимание. И после этого вернемся в Никею 325 года, на Первый Вселенский собор. Вот сидят перед ним 318 святых отцов, епископов, собранных со всей империи. Там не сказано никаких, в общем-то. Одни из них более известные, другие менее известные. Одни авторитетны своими богословскими трудами, другие менее авторитетны. Но тем не менее, вот они все епископы. Литургически мы поминаем их так – 318 святых отцов Первого Вселенского собора. Кто над ними председательствует? Вот тот, который их всех созвал. Сидит вот так вот в председательском кресле император Константин. Константин Святой, Константин Равноапостольный, Константин Великий. Как хотите его назовите. Обыкновенный солдатский император, хороший солдатский император. Его когда-то подняли на щитах свои воины и сделали императором. Он отличный воин, он отличный полководец, он отличный руководитель. Все при нем. И при этом еще он председательствует на Вселенском соборе. И не просто председательствует. Когда вот левая сторона зала говорит, что вот давайте в символ веры вот такое слово включим, а другие говорят, нет, ни за что не включим, а давайте вот такое слово включим, то их останавливает император и говорит, нет, давайте вставим вот это слово. В частности, он велел вписать в символ веры знаменитый термин «омоусиос». То есть о единстве лиц Троицы, о Маусе, равночестные в сущности, равносущие. Вот единосущие, о Маусе, единосущие, это термин, внесенный императором, придуманный и внесенный императором Константином, который не епископ, не патриарх. Он просто по своему положению председательствует в шумящем, кричащем, иногда даже дерущемся. Когда, например, святитель Николай Угодник возмутился тем, что говорил Арий, известный еретик, он подскочил и дал ему по уху. Его сразу, конечно, остановили, его сразу выставили из зала заседаний. И только потом, по откровению свыше, ему вернули его
епископский амафор и вернули епископское облачение. То есть на самом деле можете себе представить, что это такое. Это Восток, во-первых. Это 325 год. Это ребята все очень горячие. Это люди, прошедшие через Диоклетиановы гонения. Эти все люди, заслуженные своими тюрьмами, ссылками, пытками, они все через это прошли. И вот теперь они пришли, наконец, восторжествовать и укрепить веру, записать в одной краткой молитве верую. Ну и кто может их остановить в их споре? Только император. И вот он предлагает наиболее удачный термин, он утверждает символ веры в этой формулировке, и когда заканчивается собор, он утверждает постановление собора. Все хорошо, за исключением одного. А мы проверили его полномочия. Ля-ля-ля. Проверили? А он не крещеный. Вот все при нем есть. Он и император, он и талантливый полководец, он и гениальный администратор. А крещение он не принимал. Он вот просто сел в своем председательском кресле и в символ веры слова вписывает. И над всей церковной представительностью всей империи он господствует и он управляет. Что это такое? Это то, что называется, вот потом богословами будет осмыслено, это и называется то, что называется харизмой церковной святости. Для нас даже отступил вопрос о том, а был ли он вообще крещен. А он все откладывал. Говорил, вот поеду в Палестину и в Иордане крещусь. А поехать в Палестину у него руки не доходили. Много дела в империи. И он принял крещение уже больным на смертном одре. Только тогда. А вошел в историю как святой равноапостольный. Вот это и называется харизма императора. Соответственно, если вы посмотрите византийскую иконопись, византийские фрески, византийские миниатюры в рукописях, император всегда изображается с нимбом. Независимо от того, святой он или не святой, или даже какой-нибудь из императоров, например, иконоборцев, то есть император-еретик. Церковь против него боролась вообще всю его жизнь. Но изобразить его без нимба она не смеет, она права не имеет. Он всегда с нимбом. Вот что такое император. И, соответственно, после того, как совершился Первый Вселенский Собор, приняты правила церковные, приняты догматические определения, вообще все в порядке. Более того, очень важная вещь. Церковно-административная сетка, она приведена в полное соответствие со светской административной сеткой. Вот там, скажем, район, значит, свой районный епископ. Область, ну, там уже будет свой митрополит. А если целая провинция, вот там уже будут создаваться
будущие патриархаты. Константинопольский, Антиохийский, Александрийский, Иерусалимский и так далее. В полном соответствии со светской сеткой. То есть, вообще-то, добились изоморфизма светского и церковного административного устройства. В принципе, а почему бы нет? Что такое вообще христианин в мире? Христианин в мире – прихожанин. Что значит прихожанин? Пришлец, странник. Пришли, и нет у нас дома, и нет у нас града, и мы взыскуем будущего града. А если мы пришлицы, если мы пришельцы, и у нас нет своего дома и своего града, а если нам император говорит, ну, давайте, вот я вам дом построю, я вот вас вот здесь вот поселю. Ну и хорошо, а почему нет? Давайте так, что наш церковный дом будет устроен так же, как устроен дом светский. Вы, императоры, молодцы, вы все устроили. Особенно постарался в этом смысле непосредственный предшественник Константина, знаменитый Диоклетиан. Он был великий реформатор. Он на 1000 лет вперед устроил будущее империи. Это благодаря ему до 1453 года, больше 1000 лет, будет еще существовать Римская империя. Сначала еще западная, а потом только восточная, то есть византийская. Константин уже это принял как наследие. И когда он вывел церковь из катакомб, то он, естественно, вывел ее куда? Он вывел ее в эту очень хорошо устроенную и реформированную империю Диоклетиана. Вот потом говорите после этого о гонениях, императорах-гонителях, о Диоклетианах и прочее. Кто больше сделал для будущего церкви? То ли Константин, то ли его предшественник, гонитель Диоклетиан, как церковные писатели говорили когда-то, один вспахал землю, другой хлеб посеял. Но это ладно. Дело заключается в том, что, соответственно, это большое хозяйство, которое вот засеял патриарх, это огромное хозяйство. Вся Римская империя в одночасье стала христианской. Все получили своих епископов, архиепископов, митрополитов там и так далее. Начали ученые писать богословские работы и так далее. Монастыри стали создаваться, монастыри стали вокруг себя хозяйства какие-то делать. Кто будет ведать вот всем этим большим хозяйством? Епископ Вологодский? Нет, он в Вологде, а мы в Москве. Он не может. Еще кто-то из епископов? Нет, он не может вот хозяйством всей империи ведать. Кто будет на церковном хозяйстве всей империи? В римской юриспруденции было предусмотрено и это. Им все понимали, что император не может одновременно сам всем заниматься. Когда император был великий, он практически во все вмешивался, везде что-то поправлял, везде что-то направлял. Но заниматься постоянно всем он не может. Поэтому у него есть заместитель по гражданским делам, у него есть заместитель по военным делам, и ему нужен заместитель по церковным делам. Вспомнили? Вот теперь вспомнили, для чего патриарха берегла как бы церковная память?
что где-то случайно в послании к евреям апостол Павел сказал, есть вот такой термин «патриарх». Ага, вот теперь вспомнили. Вот этого главного, главнозаведующего всем церковным хозяйством по всей империи мы назовем патриархом. По благодати он дополнительной благодати не получает. Правда ведь? Мы же так по догматике мы так учим. Потому что вот он епископскую хиротонию получил, и когда его потом избирают патриархом, его второй раз никакой второй хиротонии не будет. Вот сколько ему благодати дано при епископской хиротонии, вот это и все. А он должен быть выше на голову и на две головы, и на три головы всех епископов своей патриархии. Откуда он это получит? Скажу по секрету. Вот он будет подпитываться благодатью и харизмой императора, империи. Это он его назначил. Это он его поставил. Он назначил его своим викарием или экзархом, как угодно, а официальное церковное его название – патриарх. Вот рождается понятие патриарха. Есть император, есть империя православная, она будет чревата патриархией. Вот такой закон, закон природы. Империя чревата патриархией, патриаршеством. И рано или поздно патриаршество появится. Потому что рядом с императором, если по одну сторону у него верховный главнокомандующий будет, по другую сторону у него будет как бы верховный главнокомандующий церковный. Это необходимо. Появляется патриарх. Дальше, довольно быстро, между Первым и Вторым Вселенским собором, до 381 года, происходит такая междуусобство некоторое, потому что какого из патриарха считать главным? Помните, мы с вами говорили, что и в Иерусалиме кто-то есть, и в Александрии есть, а особенно главное, наиболее претенциозный до сих пор, до наших дней, это римский патриарх, который никогда почти и не называется патриархом, он называется папой римским. Это другой вопрос, почему он предпочел называться просто попом. Папас, греческое слово, это поп, просто вот наше русское поп. Это перевод с греческого папас, папа, то есть. Вот. Почему римский патриарх захотел называться просто попом, это другой вопрос. Нас это не касается. Но вот когда император приблизил к себе, находясь в Константинополе, довольно естественно, приблизил к себе константинопольского же, и епископа, это не понравилось римскому папе. Он говорит, я в церкви главный. А император говорит, ты был главный, когда император был в Риме. А если император переехал в Константинополь, то константинопольский будет главный. Чувствуете, да? Вот эта связка, она жесткая. Нельзя быть, чтобы император находился в Константинополе, а патриарх, главный, вселенский, находился бы в Риме, независимо от его заслуг и от авторитета его кафедры там, и так далее. Нет, не может. Вот тот, который рядом со мной сидит, вот тот и главный патриарх. И вот постепенно, к середине V века, к 451 году, и установилась так называемая пентархия,
пяти главных патриархов. Первым по чести считался Папа Римский, на втором месте, сразу после его по чести и по важности, патриарх Константинопольский, которого мы Вселенским называем, или Всеимперским по-другому. Затем идет Александрийский, затем Антиохийский, и, наконец, как раз в 451 году признан патриархом и епископ Иерусалима. Вот образовалась пентархия, пять патриархий. А теперь посмотрим, что будет дальше. Что будет дальше, когда появится следующее поколение христианских государств, а именно наша православная Русь. Вот возникает наша православная Русь. Владимир, красное солнышко, крестит Русь. Его называют, в некоторых источниках его называют равноапостольным еще почти при жизни, как и Константина. И там, например, там Иларион, митрополит Иларион, говорит, подобник великого Константина там, и так далее. А что делает сам великий князь Владимир? Он всего лишь великий князь. Он только-только что принял крещение сам и крестил Русь. Что он делает? Он начинает чеканить золотую монету. И что изображено на этой монете? Автопортрет, естественно. Глава государства себя изображает. Но вот обратите внимание, да, это Владимир, красное солнышко, изображен на монете. Но он сидит на престоле, он изображен в императорской короне, он держит в руке скипетр. Обратите внимание, да? Что это означает? Это означает примерно, что он с самого начала заявляет свои императорские полномочия, ни у кого даже не спросив. Нет такого источника, мы не знаем такого документа, чтобы в Константинополе кто-то написал бы такую бумагу. Да, разрешаем там русскому великому князю то-то, то-то. И на Руси не было даже специального какого-то решения соборного или княжеского съезда. Какого. Нет, он сам присвоил. Вот так же, как пришел Константин когда-то и сел председательствовать на Вселенском соборе. Вот точно так же сел на престоле в императорской короне Владимир Красное Солнышко. И там написано «Се Владимир на столе». Не просто так, не просто Владимир где-то там по саду гуляет. Нет, «Се Владимир на столе», то есть на престоле сидит. А наоборот написано «А се его злато». Вот. Все положено, как юридически положено. Кто изображен, тому и принадлежит и злато. Тот и чеканит монету. Так вот, это как бы светская сторона, а церковная сторона? По церковной стороне первоначально у Владимира Красного Солнышка своего епископа нет. Он только-только вот крестит Русь, и он вынужден пригласить из Херсонеса, из Византии с собой греческого епископа, греческое духовенство и так далее. Правильно? И так получается, что вот он уже как бы, в кавычках, как император сидит на своей монете, а церковно он пока подчиняется Константинопольскому патриарху, потому что у него своего даже и епископа нет. Он даже и епископа пока позаимствовал греческого, с собой привез. Ну вот проходит сколько-то времени,
И его сын Ярослав Мудрый, вот как раз там изображен Ярослав Мудрый, и в летописи написано, соответственно, Ярослав, собрав епископы, постави митрополитом Лариона Русина, собрав епископы в Софии. Что это означает? Чувствуете, да? Он уже сам, Ярослав Мудрый, не император и не патриарх. Он, Ярослав Мудрый, собирает собор епископов у себя в Софии, в своем Софийском соборе, и поставляет, не спросившись в Константинополе, между прочим, и поставляет своей волей митрополита Илариона, первого русского человека на церковном престоле. Первый русский митрополит, возглавлявший русскую церковь, это вот митрополит Иларион. У Константинополя не спросили, у патриарха не спросили, у императора даже Константинопольского не спросили и не посоветовались, а сами сделали себе уже и своего. То есть практически восстановилась та же древняя константиновская норма. Вот се сижу я на столе Константин, или Владимир Красное Солнышко, или вот теперь я Ярослав Мудрый, а со мной рядом мной поставленный митрополит Русской Церкви Иларион. Чувствуете, да, восстановили? И вот так вот будет дальше. Точно так будет дальше. До того момента, когда, например, Дмитрий Донской, ну это очень хорошо документированное уже время, когда Дмитрий Донской будет менять и ставить своих желаемых ему митрополитов. Вот умер знаменитый великий святитель Алексий. Он хотел после себя преподобного Сергия оставить вообще, Радонежского. Но преподобный Сергий отказался. Ни в какую, не буду. Что делает Дмитрий Донской? А у меня есть свой священник, который мой духовник, Дмитрий, которого в просторечии называли Митяй. И вот я этого Митяя теперь сделаю себе митрополитом. И отправляет его в Константинополь. Мы все еще посылаем в Константинополь, чтобы там официальное поставление было. Вот. Он его посылает туда. По дороге он умирает. То ли его отравляют, то ли еще что-то, то ли он сам умирает. В общем, происходит такое вот несколько перемен кандидатур. Потом, наконец, становится митрополитом святитель Киприан, которого поддержал преподобный Сергий и его племянник Феодор Симоновский и другие наиболее чтимые русские представители там и так далее. Хорошо, очень хорошо. А Дмитрий Донской недоволен. А Дмитрий Донской не принимает Киприана. И даже когда он приезжает первый раз на Москву, а он приезжает из Киева, он приезжает, а его на границе арестовали. И как Киприан жаловался, сохранилось его письмо преподобному Сергию Радонежскому, он говорит, а меня арестовали и пограбили, и обобрали, и выслали обратно. Начинается борьба. То есть, по существу, как бы, с чем мы встречаемся? Мы встречаемся даже с таким, ну, в общем-то, нормальным явлением для феодальных времен. Когда князья начинают бороться за своих митрополитов. У них пока еще нет своих патриархов. А почему, знаете?
А потому что вот я говорю ведь вам уже все время, великий князь, великий князь. Вот Владимир Красное Солнышко себя изобразил в виде царя. Про о смерти Ярослава Мудрого в Софийском соборе в Киеве есть граффити, где написано, что умер царь наш, про Ярослава Мудрого. А потом исчезает. Не подтверждается как бы. Они остаются князьями, великие князья. И только с Дмитрия Донского, почему я потом перескочил сразу к Дмитрию Донскому, только с Дмитрия Донского опять начинается вот эта борьба за восстановление звания царя. Вот как раз, соответственно, Епифаний Премудрый, который написал «Житие Сергия Радонежского», он же написал «Житие и жизнь царя нашего Дмитрия Иоанновича». Он царем его назвал. А его сын Дмитрия, соответственно, Василий Дмитриевич, однажды имел неосторожность сказать, ну, императора в Константинополе мы признаем, а патриарха не признаем. Как патриарх по этому поводу разгневался, как патриарх написал грамоту, патриарх Антоний IV Василию Дмитриевичу пишет, как, ты что, ты разве не знаешь, что если ты вообще христианин, значит, ты подданный императора византийского, и значит, по-другому не может быть. Значит, нужно было для того, чтобы церковь получила свое независимое патриаршее возглавление, нужно было только для того, чтобы сначала стал и великий князь императором или царем. Это уже скоро будет. Вот мы говорим про сына Дмитрия Донского, а уже его сын Василий Васильевич не признает Феррара Флорентийского собора, когда Византийская церковь признает главенство римского папы в надежде, что римского папа и вообще Запад поможет в борьбе с турками. Не поможет. Но, тем не менее, русская церковь этим воспользовалась и провозгласила себя автокефальной. 1448 год. Что значит автокефальной? То есть мы сами себе главу устанавливаем. Вот так, как Ярослав Мудрый себе митрополита устанавливает. Не спрашиваясь и не благословляясь в Константинополе. А патриарха еще не можем. А потому что у нас еще только великий князь. Даже будет такой великий государь, как Иван III. Многие за границей будут его уже первый раз называть царем русским. Но только его внук Иван IV, Иван Грозный, в 1547 году примет венчание на царство. Вот Россия становится царством или становится империей, это одно и то же, вообще говоря. Потому что царство, цесарство, цезарь, это то же самое, что императором назвать, что цесарем назвать. 1547 год. Вот теперь можно подумать о патриаршестве. Но вспомните Ивану Грозного, до того ли он то Казань завоевывает, то Астрахань завоевывает, то с Ливонией воюет, то ему необходимо боярскую измену уничтожать, бороться. Не дошли руки у Ивана Васильевича сделать себе патриарха, а тем более, что он имел такой печальный
неосторожный опыт, когда у него был митрополит Филипп, который вот почти буквально при всех посторонних людях с ним вступил в пререкание. И пришлось его с престола даже митрополитчего убрать. А если бы он еще патриарх был? Не будем пока, сказал Иван Васильевич про себя. Это нигде не записано. Но, тем не менее, при его жизни вопрос не встает. Но вот умер великий государь наш, первый царь Иван Васильевич Грозный. И в 1586 году приезжает в Москву антиохийский патриарх Иоаким. Это еще не он, это будет следующий, Константинопольский. Приезжает патриарх, и, соответственно, правительство, а правительство русское в это время при Федоре Иоанновиче возглавляется Борисом Годуновым, правительство к нему обращается с вопросом. Да, вот царь Федор Иоанович блаженный. Надо нам, и пришла мысль нашему государю, что нужно в Москве учредить патриаршество. Патриарх антиохийский говорит: ну, я не полномочен, я, вообще говоря, вашу заявку принимаю и вот вернусь на восток и посоветуюсь и с Константинопольским патриархом, и с другими нашими патриархами. Я согласен. Я считаю, что действительно Московское царство созрело для того, чтобы у него было свое патриаршество. Проходят 2 года, и приезжает в Москву Константинопольский патриарх. Вот сейчас нам его показывают. Вот он. Вот как раз Константинопольский патриарх Иеремия II. А почему они вообще так ездили в Москву? Сказать по секрету. Они ездили за материальной помощью. На Востоке им было очень тяжело. Сравнительно турки, они были, так сказать, то, что называется веротерпимы. То есть, пожалуйста, живи по-своему и будь патриархом для своего христианского народа, но бакшиш будь любезен. И вот если тебе на бакшиш уже денег не хватает, ну тогда поезжай в Москву, проси помощи. И вот начинается, если вы открываете наши русские летописи 16 и потом 17 века, там сплошь и рядом говорится патриархи или митрополиты восточные, или игумены наиболее уважаемых Синайского, Афонских и так далее монастырей едут постоянно в Москву за милостыней, как тогда называлось. И Россия щедро им помогала. Обратите внимание, помогала Россия и помогал русский великий князь, а потом царь со времени Ивана Грозного и его сына Федора Иоанновича. Царь. А почему? А вот потому что. А вот потому что главой церкви, Восточной церкви, является царь, государь, император. Он ведет переговоры с восточными патриархами, он решает с ними вопросы, он оказывает им и материальную, и дипломатическую, и военную, если нужно, помощь. Он оказывает. Вообще-то говоря, русские государи только один раз впрямую об этом проговорились, что они главы церкви. Это как раз один из наиболее пререкаемых русских государей, император Павел Петрович. Вот в своем указе о престолонаследии 1797 года он специально, чтобы никто не сомневался, сделал примечание. У нас в России главой церкви является император.
черным по белому. Ну, правда, его мама, Екатерина Великая, она тоже несколько раз, но, правда, в переписке. В переписке с Вольтером, в переписке с Гриммом знаменитый, в общем, в своих переписках с выдающимися деятелями Запада, она себя называла «шеф эглис грек», то есть глава греческой церкви. Ну, греческой не в смысле, что элладской, а в смысле православной. Что она глава православной церкви, несмотря на то, что она женщина. Но как император она себя все равно считала, что она шеф деглис грек. Глава православной церкви. Ну, а Павлу Петровичу уже и Бог велел сказать об этом всем, что я и есть глава русской церкви. Так вот, практически это было ясно еще с Ивана Грозного. И это было понятно при Константине Великом. И, соответственно, когда приезжает в Москву, повторяю, патриарх Иеремия Константинопольский, и вот тут возобновляется разговор, что государь наш желает учредить патриаршество на Москве, в Москве. А патриарх Константинопольский говорит: а зачем вам? Я сам приеду, буду у вас жить и буду вселенским патриархом. И таким образом вы получите не только патриарха, но вселенского патриарха. И тут струхнуло уже московское правительство. Конечно, с одной стороны, вроде бы с точки зрения геополитической и всякой другой, очень здорово и важно. Но греческого языка мы плохо знаем. И государь не понимает по-гречески. Как же ты, государь, обращаются они к патриарху Иеремию, как же ты будешь окормлять духовно нашего царя, если ты по-русски не бум-бум, а он по-гречески? Мы давай так, приезжай к нам, будешь у нас вселенским патриархом, но мы тебя поселим во Владимире. У нас Владимир – это вообще тоже первопрестольный город. Вот Успенский собор Владимира, он был всегда самым главным на Руси. Мы даже в Кремле свой Успенский строили по образцу Владимирского. Вот давай мы тебя поселим во Владимире, и ты будешь называться вселенским. А вот здесь поставь нам своего русского патриарха. Обиделся патриарх Иеремия II и сказал: ладно, не понимаете своего, так сказать, благополучия, и не надо, я поставлю вам патриарха. И в январе 1589 года он ставит в Москве патриархом первого русского патриарха Иова. Состоялось, вот наконец состоялось. Москва, Третий Рим, там, кстати, в вставленной грамоте так и написано, что в Москве, в Третьем Риме поставили, вспомнили, что мы Третий Рим вообще. То есть, опять-таки, обратите внимание, вот такое государственное, державное, политическое понимание, что не просто так, мы не просто Москва, мы Третий Рим. Вот Рим, где Константин был, Рим Византия, Рим наша Москва. Это продолжение, живое продолжение православной империи. И вот поставили нам патриарха. Поставили очень вовремя, перед самым смутным временем. И вот теперь обратите внимание на такую вещь. Вот сидит царь, рядом сидит патриарх. И умер царь. Что происходит в данный момент?
Ну, довольно естественно. Король умер, да здравствует король. Значит, у нас, естественно, то же самое происходит. Но кто реально должен управлять вот в этот момент государством? Патриарх. Он главный заместитель. И тем более с таким вот важным религиозным, духовным авторитетом. И вот смутное время наступает. И как будто вот по промыслу Божию, действительно, Россия к этому времени получает такое мощное церковно-государственное подкрепление, как патриаршую власть. В 1611 году наше посольство в Смоленске перед поляками, когда шли переговоры с поляками, это посольство заявило. Во главе посольства был митрополит Филарет, будущий патриарх Филарет. И они сказали, у нас от веку так всегда было принято, что во главе сидел великий князь или государь-царь, и митрополит или патриарх. А вот теперь получилось так, что мы безгосударны, и у нас начальник, да, и у нас патриарх, человек начальный. Вот так было сформулировано. То есть главой русской церкви является патриарх. Вот в условиях, когда если нет государя. А почему не было патриарха, и что, и как получалось это? Вот как раз вот смутное время очень хорошо подтверждает и иллюстрирует то, что я вам сказал, как вот эта вот жесткая связка царя и патриарха. Вот был патриарх Иов. Он участвовал активно в поставлении на царство Бориса Годунова. При нем же и умер Борис Годунов. И он поддержал, естественно, интересы его сына Федора Годунова. Но Федор Годунов был убит, и пришел на Русь Дмитрий Самозванец. Дмитрий Самозванец не входил в Москву, пока в Москве был, вот интересное явление, он поставил условием, пока в Москве был патриарх Иов. Интересное явление, да? Он сказал, нет, пока он там в Москве, я не пойду. Ну, конечно, во-первых, тут есть религиозный момент. Иов предал его анафеме вместе со всем его воинством и так далее, еще когда он только еще пришел на Русь. Вот. Он поддержал, естественно, патриотические силы и предал анафеме самозванца и все его воинство. Но второй момент, сам вот как раз там изображен самозванец Дмитрий Иванович и его жена Марина Мнишек. Сам патриарх Иов в одном из своих посланий говорит, я его знаю. Это же Гришка Отрепьев. Он у меня дьяконом был. И вот некоторые историки считают, что самозванец потому не хотел или не мог войти в Москву, пока там Иов, потому что он все-таки не решился, чтобы тот его в лицо обличил, что я же тебя знаю, ты же у меня секретарем был. Гришка Отрепьев. И он потребовал, чтобы убрали Иова. Иова убрали. Прямо во время службы в Успенский собор пришли, арестовали его, содрали с него патриаршие одежды, оставили в обыкновенном монашеском облачении и отправили аки простого чернеца в Старицу. Он был родом из Старицы. И его в Старицу, в Старицкий монастырь, где он когда-то игуменствовал, его туда и отправили в ссылку.
Ну, некоторые ехидные церковные историки говорят, что тут были некоторые, не были соблюдены некоторые канонические условия. С него содрали одежды патриаршии, но не было соборного решения о суде над ним, о низложении его и о растрижении его, вот, в смысле лишении его патриаршего сана. С этой точки зрения он уехал как бы к себе в старицу, но оставаясь, вот духовно, оставаясь все равно патриархом. Вот никаких таинственных, никаких канонических деяний не было против него. Но это, конечно, немножко, так сказать, как сказать, проморгал самозванец. Но другое он не проморгал. На другой день, ну, на третий или на четвертый день, 24 июня 1605 года, то есть на четвертый день, как самозванец вошел в Москву, он велел собрать церковный собор и поставить патриархом своего патриарха. Понимаете, да? Ну, он, если он царь, и ему должны присягать как к царю, то ему нужен и свой патриарх. Нашелся и такой. Это всегда легко находится. Дело в том, что, я вам скажу по секрету, никому не говорите, вот, большая часть, большинство нашей иерархии того времени признало самозванца. Так же, как и боярство почти все. Даже родная мать Дмитрия, царевича Дмитрия, признала самозванца своим сыном. То есть, ну вот бывает такое вот глобальное предательство. Потому и говорим «смутное время», «смута». Все ориентиры, все идеалы, все принципы, все смутны, все отступают. И вот один из таких иерархов был грек, он грек по происхождению, с острова Крита, Игнатий, он так и известен в документах, Игнатий Грек. Он был сделан в 95 году, в 1595 году, он был сделан митрополитом рязанским. И вот этот рязанский митрополит, когда появился в пределах России, когда вошел в Тулу самозванец, он первым из всех иерархов приехал благословить и поклониться новому царю, новому государю, Дмитрию самозванцу. Ну, естественно, самозванец обрадовался, посадил его с собой за стол, сначала угостил и покормил, а потом говорит: давай-ка я тебя сделаю и патриархом. И вот когда они вместе вошли в Москву, то на четвертый день после этого патриархом был поставлен этот самый, он вполне, вот обратите внимание, канонически совершенно законный, нормальный митрополит, а теперь его точно так же законно собор собрали и сделали его патриархом. И он был патриархом. Он венчал самозванца с его, вот как раз это изображено, он венчал самозванца с Мариной Мнишек. Он венчал их на царство. Другой вопрос, мы не будем сейчас входить в подробности, так ли или не так ли, какие были тонкости не соблюдены. Марина была такая хитренькая, и у нее хорошие были консультанты из ее католиков, которые при ней были, что она вроде бы как бы и соблюла какие-то церемонии православные, а что-то все-таки она для себя лазейку оставила, что она была верующая католичка, вот, что она все-таки остается верующей католичкой. Вот. Но это все покрыл своим амофором и благословил патриарх Игнатий. И так они
царствовали в Москве, самозванец России царствовал, а Игнатий русской церковью, ну, почти год, до мая 6-го года. А вот 17 мая 6-го года случилось вот это вот восстание в Москве против самозванца, убили самозванца, и на другой день, буквально 18 мая, тоже собрали экстренный собор и низложили Игнатия. И не просто не изложили, но даже заточили в Чудовом монастыре. То есть вот он был патриархом ровно столько, сколько царем был самозванец. А вот теперь обратите внимание на следующее. Откройте любой церковный календарь, откройте любое церковное литургическое воспоминание всех 15, у нас сейчас 16-й патриарх, всех наших 16 патриархов, среди этих 16 Игнатия нет. Его вообще исключили из диптиха, то есть из списка патриархов. При том, что он был, повторяю, по церковному, по канонам, абсолютно каноничен. Он был правильно рукоположен в епископа. Он был правильно назначен русским же царем в митрополиты рязанские. Он был правильно потом с церковным собором избран в патриархи. Но если фальшивый царь, значит, при нем падает и воровской патриарх, как говорили. Если воровской царь, то воровской и патриарх. Чувствуете, да? И тут таинство не спасает. Все у тебя правильно. По паспорту у тебя все правильно. И грек ты православный, и рукоположен правильно, и патриархом поставлен правильно. Но раз ты был, сидел вот так вот с воровским царем, то ты есть воровской патриарх, и мы царя этого воровского из пушки выстреливаем обратно на запад, а тебя вычеркиваем из своих вообще диптихов патриарших. И когда становится царем Василий Шуйский, избирается новый патриарх, патриарх нового царя, патриарх Гермоген, святой Гермоген. И, соответственно, ему, так сказать, как бы Бог и история судили возглавить борьбу России за восстановление и государственности, и державности, и порядка в России, благословить освобождение Москвы и изгнание поляков и литовцев. Это вот этот патриарх святой, потому что он правильный. Он правильный, он при правильном царе, вообще-то говоря. А вот дальше происходит интересное явление. Он умер, его уморили поляки в январе 1612 года. Значит, уже до конца 12 года у нас нет патриарха. И только в октябре, 22 октября 12 года, мы празднуем осеннее Казанское на 22 октября старого стиля, вот, мы вошли в Москву, освободили Москву, а патриарха нет. 1613 год. Мы избираем царя. Мы царя избрали, Михаила Федоровича, а патриарха нет. Вот загадка. И у нас будет так называемые 7 лет между патриаршества. В чем загадка? В той же самой связке, самой жесткой связке царя и патриарха. У молодого 16-летнего царя Михаила уже был в кармане свой патриарх. И он не мог допустить, чтобы кого другого поставили во главе русской церкви.
Его патриархом в 1619 году станет его родной папа Филарет Никитич, единственный патриарх, который в русской истории называется почтительно по отчеству. То есть имя у него монашеское приводится, не Федор Мирское, а Филарет, но Никитич, патриарх Филарет Никитич, отец нашего первого царя Романова, Михаила Федоровича. Вот обратите внимание еще на одну вещь. Вот я только что вам говорил о том, как все правильно было вроде бы якобы соблюдено у Игнатия, а это его не спасло, что он был, так сказать, упразднен из русской истории. А вот у Филарета наоборот. Когда в 1608 году появился второй самозванец, Тушинский вор, ему тоже был нужен патриарх. И он Филарета сделал своим патриархом. Но он успел это сделать, только сделать его нареченным патриархом. То есть назвали только, нарекли. Это тоже специальная процедура, там, так далее, но только нарекли. Поставить не поставили, потому что не было собора. В Тушино собор не поехал. Они предпочитали заседать в Москве, в Кремле. И, соответственно, патриарх нареченный был, а патриархом поставленным он не стал. Когда, соответственно, отъехал от Москвы и был, наконец, убит второй самозванец, которого, кстати, тоже признала, и Марина Мнишек своим мужем признала, и мать тоже, и его тоже признала. Вот. Но вот тем не менее, вот благодати Божией не было. Вот. И вот так получилось, что Филарет в 1610 году был отправлен во главе московского посольства в Смоленск для переговоров с польским королем Сигизмундом. Это вот он тогда сформулировал вот эти слова знаменитые, которые я говорил, что «а вот теперь мы сделались безгосударны, и у нас патриарх, человек начальный». Это он про Гермогена сказал, тогда еще Гермоген был. А он назывался митрополитом. Но вот загадка такая, нареченным патриархом его иногда называют, а в основном официально, чтобы никто, не дай Бог, не вспомнил про самозванца второго Лжедмитрия, его стали называть все-таки обратно митрополитом московским. Но зато с 14 года, в 13 году избран новый царь, а с 14 года он начинает в документах, ему какие-то умные люди из церковной, естественно, из патриаршей канцелярии подсказали очень хорошую формулу. Он сказал, что оправить мы будем два государя. Наш великий государь, царь Михаил Федорович, и великий государь, митрополит московский Филарет Никитич. Вот еще Филарета пока называют митрополитом, еще не патриархом. Но зато уже сделали его вторым великим государем. Вот формула великого государя возникла еще в межпатриаршество. То есть как бы призрак патриарха некий рядом с патриархом, рядом с царем уже появился. И только когда в 1619 году он вернется, и его торжественно будут встречать из плена, он вернется из польского плена, вот. И его будут встречать, и в том числе сам сын, царь, встретит его в 10 километрах от Москвы и пойдет к его, поклонится ему в ноги, а тот ему поклонится в ноги. И вот тогда возникнет то, что позднейшие богословы и канонисты назовут истинной симфонией и, наверное, единственной в русской истории симфонией. То
то есть симфония светской власти и церковной. И тут она была поддержана самими родственными связями. Когда царем был Михаил Федорович, а его отец Филарет Никитич был патриархом. Вот, собственно говоря, наконец восстановлена вот эта норма, желанная норма. Царь и патриарх. Патриарх в церкви и в царстве. Благодарю вас за внимание. И если у вас есть вопросы, говорите. Спасибо. Да-да. Спасибо за интересную лекцию. У меня такой вопрос. Каково, на ваш взгляд, соотношение сегодняшней власти и патриарха? Извините, перескажи. Сегодняшнее точно такое же. В православной церкви может быть только одно отношение. Как вот со времени Константина. У нас продолжается эра Константина. В восточном мире, в нашем православном, в отличие от западного, в западном империя в церкви. Там на самом деле Папа Римский давал короны королям, императорам и так далее. А у нас наоборот. У нас церковь в империи. И главный у нас император, глава государства. Даже когда потом этот император будет как бы, ну, например, вопиющий случай, когда почти 500 лет Константинопольский патриарх был под турками. И все равно он в церкви возглашал моление за нашего падишаха, султана турецкого и так далее. Он все равно был внутри государства, даже когда это, как бы так сказать, не православный глава государства. И точно так же потом было, когда, скажем, в каких-то странах были под царями, под великими князьями, в республиках, кто где угодно. Но тем не менее, вот обратите внимание, вот первый патриарх наш советский, патриарх Тихон, святитель Тихон. Обратите внимание, сколько усилий потребовалось и сколько потратила советская власть для того, чтобы добилась признания от Тихона. Не Тихон как бы нуждался в признании советской властью, а наоборот. Так называемый вопрос, тогда это называлось в 20-е годы, вопрос о легальности, легализация, лояльность к советской власти. Вот принцип лояльности, вот это вот то самое, что как бы советская власть говорит, вы, матрица нашего тысячелетнего опыта государственного, поставьте свой штемпель и на нас, тогда и мы будем легитимны. И практически весь 24-й год, когда патриарха выпустили из тюрьмы, весь 25-й год, когда в последний день своей жизни он подписывает так называемое завещание патриарха Тихона. А на самом деле это было обращение. Он наоборот говорит, выздоравливая и ныне возвращаясь к церковному управлению, я делаю то-то и то-то. А затем 26-й – первая декларация Сергия, 27-й – вторая декларация Сергия. Это продолжение патриаршей линии святителя
Тихона. И, наконец, в декларации 27 года советская власть получила то, чего она хотела, вот этого штемпеля. Что да, мы, церковь, признаем и это государство. Мы можем быть верующими людьми, мы можем быть верующими чадами Русской Православной Церкви и считать Советскую Россию все равно нашей гражданской родиной. Вот как там сказано. Там нигде не было сказано, что там благословил богоборную власть и так далее, как теперь многие говорят. Нет, этого не было. Было все очень культурно, осторожно, нормально, богословски верно сформулировано. Да, остаемся православной церковью, но признаем себя чадами и нашей большой родины России. Все об этом. И государство этого и хотело. А потом пройдет, как вы помните, еще 16 лет, и в ночь на 4 сентября 1943 года Иосиф Виссарионович Сталин пригласит к себе трех митрополитов, всех главных митрополитов, которые к тому времени были на свободе. Митрополит Сергий, местоблюститель, митрополит Ленинградский Алексей и митрополит Крутицкий Николай. И скажет: давайте восстанавливать патриаршество. Мне нужен патриарх. Новый Константин сказал: мне нужен патриарх. А те говорят: ну, долго же, надо же собирать собор. А можно, говорит, большевистскими методами, сказал Иосиф Виссарионович. Я вам авиацию дам, я все сделаю. Они говорят: ну, постараемся. И через 8 дней собрали архиерейский собор в Москве на бомбардировщиках, это же во время войны было, на бомбардировщиков привезли архиереев в Москве, восстановили патриаршество и избрали Сергия, митрополита Старгородского, избрали его патриархом. Потому что нужно было. А после того, как умер в 44 году патриарх Сергий, через несколько месяцев, через полгода, в январе 45-го, собрали точно так же в Москве, еще в условиях войны, собрали поместный собор и избрали патриархом Алексия I, Алексия Семанского. И 10 апреля Иосиф Виссарионович опять его встречает, призвал его к себе и сказал: война подходит к концу. Вот мы возьмем Берлин, а вам, владыка, нужно лететь в Иерусалим. И действительно, в победном мае 45 года, как только кончились, отгремели залпы Великой Отечественной, патриарх Алексий летит в Иерусалим. Битва за Берлин плавно перетекает в битву за Иерусалим, за восстановление русского православного присутствия на Ближнем Востоке, на православном Востоке. Вот как было. И если обратили внимание, то на тысячелетие Афона, вот совсем недавно, нашего Владимира Владимировича Путина встречали на Афоне как великого главу всего православного мира. Опять так же. Никуда не денется. Спасибо.